Здравствуй. Здравствуйте. Ой, спасибо большое. Георгиевская лента – это негласный символ победы, дань уважения предкам, которые погибли, сражаясь с фашистскими захватчиками. В праздничные дни ее крепят к одежде, если не все, то многие. В Щелковском районе в рамках акции такие георгиевские ленточки планируется раздать по 24 адресам. В общей сложности 16 тысяч штук. Все острее ощущается приближение праздника. До Дня Победы осталось совсем немного времени. И на одежде и вещах прохожих все чаще можно увидеть георгиевскую ленту. Традиционно акции по раздаче ленточек проходят в Щелковском районе. Охотно принимают их из рук волонтеров прохожие всех возрастов. Ленточка не просто аксессуар, а дань памяти предкам, героям-освободителям. Символ победы, конечно, символ вот дедушек, бабушек, которые вот прошли через такие тяжелые, в общем-то, эти испытания. Наши деды и прадеды имели огромную силу воли и тягу к победе, противостоять фашистским захватчикам. Вообще история георгиевской ленты уходит в 18 век, когда императрица ввела солдатский орден святого Георгия Победоносца. Два главных цвета ленты символизируют сражение. Черный – это густой дым, а оранжевый – образ яркого пламени. Сегодня лента приобрела самостоятельное значение и является неотъемлемым символом Дня Победы. Как же правильно носить такой непростой аксессуар? Лучше всего крепить ленту на одежду непосредственно рядом с сердцем. Это память о предках, которые защитили страну. Я чувствую патриотизм, радость за свою страну. Я, кстати, то, что потерял деда, рад за свою страну, то, что мы победили, то, что мы сейчас живем на этом свете ради... Они погибли ради нас. Акция по раздаче лент в Щелковском районе продлится непосредственно до Дня Победы. Определены 24 точки в поселениях Щелковского района, где будут работать волонтеры. Но даже если к празднику получить ленту так и не удастся, расстраиваться не стоит. Патриотизм, он не в вещах и аксессуарах, он в сердце. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».